Итак, мой утренний ритуал и с чего мой начинается кето-день. Стакан фильтрованной воды, в которой я развожу одну чайную ложку яблочного уксуса. И теоретически можно взять любой. Но вот этот кхун, он самый-самый хороший, поверьте мне. Вот даже попробовавши его на вкус, обычный яблочный уксус за 3 копейки, и вот этот, он похож на... Он яблочками пахнет, у него вкус яблочный, ребята, это правда вкусно и не противно, вот совсем как вино, что ли. Вот получается вот такой напиток. О пользе яблочного уксуса будет в моей ленте пост, так что следим внимательно. Ваше здоровье. Через 5 минут после уксуса один кристаллик соли. У меня гималайская, поэтому кристаллик побольше. Если у вас обычная морская соль, поменьше. Буквально 2-3 крохотных кристаллика под язык. И рассасываем. Таким образом мы восполняем потери натрия, проходит головная боль. Соль на кето-диете безумно полезна. Но ни в коем случае не берите обычную поваренную, это мертвая соль. И пользы в ней нет уже никакой. И теперь немножко поговорим о соли. У меня их очень много видов. Сразу скажу, какую нельзя. Вот эта обычная кухонная каменная соль, это в мусор. Этим можно, не знаю, даже рыбу засаливать нельзя. В ней нет ничего, это мертвая выпаренная соль. Вот такие кристаллики, гималайская настоящая соль. Она не покрашенная, она настоящая. Я ее беру через молотилочку, и по крайней мере я знаю, за что я плачу и что я точно ем. Потому что у меня есть в таких же солонках АТБшная соль, помолотая уже. Ну, поди знай, может там тоже перемололи обычную экстра соль, покрасили в розовый цвет, и такое делают. И у меня на самом деле обычно около 7-8 видов соли дома. Сейчас осталось не так уж много. Самое любимое это вот, это соль с айхерба. Вот я вам ее высыпала, смотрите какая она. У нее даже структура другая, она как будто бы влажная. Знаете, как мокрый морской песок. А почему? Потому что она собирается вручную. Она высушивается, испаряется на солнце, в ней сохраняется все. Это такая вещь, это просто бомба. Вот такую соль настоятельно рекомендую. Ну или хотя бы обычную магазинную, но морскую и хорошего качества.